Я купил ящик с красками и цветные карандаши. Это не так просто в моем возрасте вновь приниматься за рисование, если всю жизнь только и нарисовал, что удавы снаружи и изнутри. Эти знакомые слова из любимой с детства книги звучали по-разному. Кто-то представлял, что рассказывает сказку ребенку, кто-то, напротив, читал притчу. Победитель прошлогоднего чемпионата Глеб Русин снова участвует в конкурсе. Говорит, навыки чтения вслух оттачивает почти каждый день. Я читаю вслух своему ребенку до сих пор. Ему через неделю будет 10 лет. Очень хорошо тренирует навык чтения вслух. Приехал в Иркутск основатель чемпионата Михаил Фаустов. Говорит, Иркутск один из главных городов этого проекта. «Открой рот» здесь всегда проводят весело и душевно. В этом году все участники читают одну книгу, а сам конкурс проводят без победителя. Зарегистрировалось много людей, я не помню сколько, но где-то больше 40 человек, но пришло, конечно, меньше, но вообще на самом деле не важно. «Открой рот» — это мероприятие, когда хорошие люди собираются вместе, чтобы почитать друг друга хорошие книги. «Открой рот» проводят уже 11 лет. Ежегодно в нем участвуют любители почитать вслух из почти более чем 200 городов России и 18 зарубежных стран. Александр Гаврилов, Иван Прокудин. Новости сейчас.